В Салехарде завершился турнир по пляжному волейболу, который впервые прошел на Северном полярном круге. Главная фишка мероприятия – сетка, которая натянута по линии 66-й параллели. У спортсмена была уникальная возможность оценить, где песок мягче, чем в Заполярье или Приполярье. Для участия в играх в окружную столицу приехали 14 мужских и 12 женских команд из 11 муниципалитетов округа и Иркутской области. Спортивные события приурочили к столетию отечественного волейбола, и оно стало частью Всероссийского фестиваля от Камчатки до Калининграда. Праздничные матчи состоялись в нескольких городах страны. Очень хорошо подготовлено все было, площадки, достаточно комфортный был песок, вот даже... предусмотрено было питание для спортсменов, что тоже немаловажно, вода, вот, обработана территория, вот, потому что тундра все-таки, и мошка, комары, ну, ничего этого не было, ничего не мешало нашим спортсменам. Ну, в общем, организация очень на высоком уровне была, очень понравилась. Победителями первого турнира на полярном круге стали два Романа – работники «Газпромдобычи Ямбург» Роман Булгаков и Роман Кишишьян, которые представляли команду Нового Уренгоя. Тренером выступила Екатерина Кишишьян. После мужского финала состоялся гала-матч. Наши спортсмены сыграли с командой «Факел». Результат вообще решился буквально за последние, там, наверное, две минуты, потому что там формат сайд-аута предполагает игру по времени, набор очков. И, наверное, оставалось три минуты. Мы проигрывали до пяти очков и, там, скажем, даже, наверное, где-то удача помогла, сместились мы, встали на сторону набора очков, и вот буквально за две минуты мы набрали 5-6 очков, где-то разница получилась прямо там минимальная. Практически выгрызли эту победу на финише. Итак, главный кубок регионального турнира по пляжному волейболу на полярном круге, 66-я параллель среди мужчин у наших коллег. Поздравляем! Алмаз Абдельманов, Кирилл Мамонов, Новый Уренгой, специально для ЯТВ.